Жители Волчихинского района в минувшие выходные провели митинг. Присутствовало около 400 человек. Напомним, смерть мальчика, умершего в центральной больнице, стала последней каплей. После жители активно просят обратить внимание властей на проблему здравоохранения в их районе. У нас гинеколог приезжает на вызов к ребенку по вопросам заболеваний. У нас стоматолога вызывают накладывать швы, потому что у нас нет хирурга. Согласовать митинг с администрацией жителям удалось только с третьей попытки. Снег везде. Как людям стоять? Площадь не была подготовлена. Снег не был расчищен силами жителей. Села расчищали территорию возле сцены и саму сцену сбивали сосульки, чтобы никого ничем не повредило. На мой взгляд, это в очередной раз доказывает отношение администрации к народу, к проблемам. На митинге волчихинцы выдвинули ряд требований, среди которых укомплектовать штат местной ЦРБ, оснастить физиокабинеты в сельских ФАПах, проверить декларации бывшего главврача, другой документации, а также назначить главного врача ЦРБ, под руководством которого будет согласен работать персонал. На одну треть вроде бы как добились, да, того, что Татьяна Федоровна смещена с должности. Но ее сейчас заменил ее заместитель. Конечно, большинство населения этим недовольны. Я тоже отношусь к этому большинству населения, потому что я считаю, что вот то, что написано, как говорится, то, что сказано языком, не вырубишь топором, а то, что написано на бумаге, тем более никуда не денешь. Прокуратура, проверив больницу, подтвердила наличие ряда нарушений. Недостаточную оснащенность ЦРБ, неудовлетворительное санитарное и техническое состояние помещений, а также острую нехватку врачей. В наличии всего 47% штата. Так, из 11 терапевтов есть только 5, педиатров 2 из 5, 2 хирурга по внешнему совместительству, ни одного анестезиолога-реаниматолога из 3 штатных единиц и отсутствуют некоторые узкопрофильные специалисты. По привлечению кадров мы как занимались, так и занимаемся. Работа ведется. Я уже начала обзванивать тех, которые в разное время по разным причинам уволились и сидят по домам. Это и фельдшера ФАПов есть у нас такие, и медсестры. Вот уже результат работы, что у нас медсестра вернулась буквально на прошлой неделе и теперь работает с участковым терапевтом. С доктором ведутся переговоры, которые раньше работали в острова, поэтому как бы тут работаем. И хотя штат пытаются укомплектовывать, по мнению Натальи Алехиной, принципиально с уходом главврача работа ЦРБ не изменилась. Но жители Волчихи рады, что им удалось добиться проведения митинга. По их словам, они собираются идти дальше. Ну а в завершении митинга в память о погибшем мальчике в небо выпустили белые шары. Юлия Щепина, «День с толком».